Монорельс в Лас-Вегасе. Легендарный паровоз Биг Бой. Высокоскоростной поезд Брайтлайн во Флориде. Маглев в Шанхае. Транспенни Экспресс. Пригородный поезд Рирейл. Грузовой поезд на западе США. Монорельс в Диснейленде. Монорельс в Сиднее. Метро Мельбурна. Маленький монорельс в Сингапуре. Поезд в Аляске. Сегодня будем учить цвета и поезда. На первом этаже живет красный электровоз. Поехали дальше. На втором этаже живет белый скоростной поезд Сапсан. Едем дальше. На третьем этаже салатовый поезд. На четвертом этаже синий скоростной поезд. Поехали дальше. На пятом этаже живет зеленый паровоз. На шестом этаже живет розовый электровоз. Едем дальше. На седьмом этаже живет оранжевый трамвай. На восьмом этаже живет фиолетовый паровоз. Продолжим. На девятом этаже живет серый скоростной поезд. А на последнем, десятом этаже живет разноцветный трамвай. А давайте подарим подарки всем поездам и трамваям. Верхний белый подарок – это подарок зеленому паровозу. Он живет на пятом этаже. Поехали! Зеленый паровоз – лови подарок. Голубой подарок – это подарок красному электровозу. Он живет на первом этаже. Красный электровоз – лови подарок. Салатовый подарок – это подарок скоростному поезду. Он живет на девятом этаже. Серый поезд – лови подарок. Белый подарок – это подарок синему поезду. Он живет на четвертом этаже. Едем дальше. Синий поезд – лови подарок. Красный подарок – это подарок фиолетовому паровозу. Он живет на восьмом этаже. Фиолетовый поезд – лови подарок. Розовый подарок – это подарок салатовому электровозу. Он живет на третьем этаже. Салатовый электровоз – лови подарок. Зеленый подарок – это подарок оранжевому трамваю. Он живет на седьмом этаже. Оранжевый трамвай – лови подарок. Красный подарок – это подарок разноцветному трамваю. Он живет на десятом этаже. Разноцветный трамвай – лови подарок. Большой желтый подарок – это подарок розовому поезду. Он живет на шестом этаже. Розовый поезд, лови подарок. Ой, у нас остался желтый подарок. Кто-то остался без подарка. Давайте поищем, кто же остался без подарка. Начнем с десятого этажа. Здесь есть подарок. Поехали дальше.
Девятый этаж. У серого поезда тоже есть подарок. Едем дальше. Восьмой этаж. Здесь есть подарок. Седьмой этаж. Здесь тоже есть подарок. Поехали дальше. Шестой этаж. Здесь есть подарок. Пятый этаж. Здесь тоже есть подарок. Едем дальше. Четвертый этаж. Подарок присутствует. Продолжим поиск. Третий этаж. Здесь тоже есть подарок. Чей же желтый подарок? Второй этаж. Ура! Мы нашли поезд, который остался без подарка. Скоростной поезд. Лови подарок. Первый этаж. Поезд с подарком. Ура! Мы раздали все подарки. Локомотивы бывают разные. Давайте посмотрим, какие. Паровоз. Локомотив с паровым двигателем. Электровоз. Локомотив, работающий от электрической сети. Тепловоз. Локомотив с двигателем внутреннего сгорания. Мотовоз. Локомотив с двигателем внутреннего сгорания небольшой мощности. Газотурбовоз. Локомотив с газотурбинным двигателем. Контактно-аккумуляторный электровоз. Локомотив с электродвигателем, который может питаться как от аккумулятора, так и от контактной сети. Атомовоз. Локомотив с ядерной энергетической установкой. Гировоз. Локомотив с механическим аккумулятором энергии. Пневматический локомотив. Локомотив, работающий на сжатом воздухе. Турбопоезд. Локомотив, оборудованный газотурбинным двигателем. Как ты думаешь, какого цвета поезд здесь лишний? Правильно, здесь лишний паровоз, потому что тепловоз, электровоз и скоростной поезд зеленого цвета, а паровоз красного цвета. Покажи, какого цвета картинка здесь лишняя. Умничка! Здесь лишний электровоз, потому что Сапсан, поезд и трамвай белого цвета, а электровоз синего цвета. А ты знаешь, что лишнее среди этих картинок? Все верно. Здесь лишний тепловоз, потому что электровоз, метро и скоростной поезд розового цвета, а тепловоз коричневого цвета.
Угадай, какая картинка здесь лишняя? Отлично! Здесь лишний трамвай, потому что дизельный локомотив, метро и скоростной поезд желтого цвета, а трамвай зеленого цвета. Подумай, какую картинку нужно убрать здесь. Да, ты прав, здесь лишний скоростной поезд, потому что паровоз, монорельс и автобус фиолетового цвета, а скоростной поезд серого цвета. Как ты думаешь, где желтый поезд? Да, это желтый поезд. А ты знаешь, где электровоз черного цвета? Ну, конечно, это электровоз черного цвета. А какой поезд здесь красного цвета? Умничка! Это поезд красного цвета. Попробуй найти, где голубой локомотив. Отлично! Это голубой локомотив. Давай угадаем, где фиолетовый монорельс? Правильно, это фиолетовый монорельс. Как
ты думаешь, где белый электровоз? Да, это белый электровоз. А ты знаешь, где поезд зеленого цвета? Ну, конечно, это поезд зеленого цвета. А какой поезд здесь серого цвета? Умничка, это поезд серого цвета. Это поезд метро. Он ездит под землей в тоннелях. А быстро ездит? Да, быстро. Паровоз – это локомотив с паровым двигателем. Трамвай – электрический пассажирский транспорт, передвигающийся по рельсам, проложенным вдоль улицы. Получает электричество через поток. Все правильно. Скоростной поезд. Разновидность поезда, который делает остановки только на крупных станциях. Электровоз – это локомотив, работающий от электрической сети. Зелененький такой. Кыш отсюда, не мешай. Рельсовый автобус – это автобус, переоборудованный для движения по железной дороге. Тепловоз – это локомотив с двигателем внутреннего сгорания. А на чем работают тепловозы? Обычно на дизеле. Подумай, на какой картинке скоростной поезд. Умничка, это скоростной поезд Сапсан. А ты знаешь, где поезд метро? Это не метро, это трамвай. Брысь, не мешай. Правильно, это поезд метро. Как ты думаешь, где трамвай? Восхитительно, это трамвай. Покажи, где паровоз? Превосходно! Это паровоз. А ты можешь показать, где электровоз? Ну,
Ну, конечно, это электровоз.